студенты практически одинаковые по всему миру. Они хотят некоторые вещи, другие не хотят. Они хотят изучать этот сюжет, может быть, это им скучно. Но к чему всем надо стремиться, это к тому, чтобы сам процесс, образовательный процесс был чист, нормальный и честный. И что значит честный? Значит, без списывания, без плагиата, без использования техники. В Америке работает система, которая действует против нечестности. Это будет в каждой школе, в каждом университете, в каждом классе. И здесь пока только начинаются с этим бороться. И нужно найти какой-нибудь консенсус, как с этим бороться. Во-первых, студенты должны понимать, что такое нечестность и честность. И это далеко не простой, ответ непростой. Студенты сегодня, школьники, студенты, они себя готовят не для сегодняшней экономики, но к экономике, которая будет существовать через 4, 5 лет, 10 лет. И я уверен, что она будет совершенно другая, чем сегодня. И фирмы, которые будут их нанимать и так далее, они ищут людей, не тех людей, которые знают, как списывать или бездельничать, так сказать, в вузе, а те студенты, которые умеют учиться честно, сильно. Самое главное – это процесс, процесс дискуссии. И некоторые вопросы, ответы на эти некоторые вопросы неизвестны, потому что вообще об этом не говорят. То есть громко не говорят о нечестности, о том, что делают уроки. И когда начинаете об этом говорить, начинаете также думать. Какая цель образования вообще? Чтобы получить бумагу? Я думаю, что нет. Это чтобы получить знания, и не только знания, но умения. Я вижу большую надежду. Не у всех, конечно. Дети, студенты и так далее бывают разными. Но есть, как сказать, идеалисты среди них. И вот именно это надо, этим надо воспользоваться. Потому что если что-нибудь менять к лучшему, только таким путем можно это менять. Я вижу, когда я разговариваю со студентами, я только со своими коллегами говорил, что есть некоторые, которые на вас так смотрят, с большими глазами. С большой надеждой. Большой надеждой. И другие, которые что-то понимают, но не совсем. Не знаю, я просто считаю, что надо с ними работать. Они, это есть наше будущее, это есть наша надежда.